Это, а если мы крупно, банно прачечный комплекс того времени, здесь мы видим очень сложное объемное решение, высокая основная часть. Когда мы шли сверху, могли обратить внимание, но ее обратить внимание, когда мы пойдем обратно. Через окна верхнего яруса, через окна эркера видно единое пространство внутри здания. Просматриваются окна с противоположной стороны здания, потому что здесь внутри один большой объем, как раз бассейна, и естественно все остальные помещения примыкают с другой стороны. Спортивный зал, собственно, банные части и так далее. Вот. При этом это типично для этого времени, как раз композиция из простых объемов, видите, полуцилиндрические резонансные лестницы, видим очень интересные скупленные формы входа, видим пространственную композицию, потому что два таких же почти резолита есть с той стороны, мы видим от жилых домов. Сложная композиция, очень динамичная, сколько она свободно построена, это близко вот, даже к тем находкам, которые делали еще эпоху Матена, когда делались особняки. Это не просто простой объем, до которого редуцировано все, нет, здесь каждое помещение, каждая функция имеет какую-то свою часть. Похожие принципы, конечно, видим братьев Стены в Доме культуры Зина, они в чем-то похожи на Дом культуры раскинулся широко, мы это видим, а это все компактные здания. Высокая за счет вот высоких потолков и части с бассейном. Там остальные все фермы перекрытия, конечно. Достаточно много вообще металлических деталей, там связанных с частью перекрытия, с оконными перемычками и так далее. Здесь не только кирпич, здесь очень много уже современных тому времени материалов. Гораздо в этом плане, может быть, более основательно они использовались, чем представители массового жилья. Здесь старались, естественно, экономить и стараться делать все из кирпича, которого было много, больше всего. Что прошу вашего, как сделал вход. Конечно, столярка все себе, все эти металлические конструкции, они новые, как и других окон. Но все равно проемы сохранились, и очень важно, это скупленная часть, которая подчеркивает как бы движение входящих людей в это здание. Это уже близко, естественно, к истории стримлайна. Такие же вещи мы видели, например, в оформлении въезда в гараж Мельникова в Госплавная моторная улица. Это вот типично для архитектуры, переходящей немножко к стримлайну ардеко. У нас чисто стримлайн очень мало, но нет, вот другой 150-х годов, он дает больше интересных цилиндрических форм, отличие от проекта 20-х, более геометрических, более четких.